Новый сезон, новый проект. Золотой запас России. Пермский край. Нельзя говорить «не судьба», но надо как минимум еще раз попытаться. Это тот же спорт учит. У нас, вот я фехтовальщик, например, у нас бой там идет до 5 уколов. У нас есть кодекс фехтовальщика, и там написано одно из положений. Пока тебе противник не нанес 5-й укол, ты еще не проиграл. И вот здесь не надо себя раньше времени возводить, ну, не возводить, а заносить в разряд проигравших. Нельзя. То есть надо все возможные варианты использовать. И вот когда они все не получатся, а такое бывает, согласитесь, редко. Вот если вообще все не получились, тогда уже можно сказать, у меня не получилось, пойду где-то что-то другое попробую. И то всегда есть возможность попробовать что-то другое.